Всем привет, ребят! 4 сентября 2019. Сегодня вот просто хочу показать вам объемы нашей бругманзии, размер просто. Это фактически уже дерево огромное. Вот моей девочке будет 5 в декабре. Это, ну, просто представьте, какие объемы у этого дерева. Я думаю, что для нашей местности это дерево уникально по размерам. Объясню почему. Потому что все бругманзии, которые я видел здесь у нас в Сакраменто, они все растут в горшках. Обычно состоят из одной из двух веток. Это реально настоящее дерево. Вот рядом с домом, видите. Объемы тоже, я не знаю, как вот вам показать, соотнести его, да. Ну вот, примерно стандартные двери, окна, дом. Я думаю, примерно около 6 метров у него ширина куста этого. И высота, я думаю, 3,5 метра, наверное. Цветет практически без остановки. Иногда перерывы недельные, полуторанедельные. И потом опять покрывается бутонами. И, ну, кто в теме, то растение очень ароматное. Да, как получилось у меня его сохранить? Оно очень чувствительно к заморозкам. Подмерзает очень просто, легко. Прошедшая осень, ну, во-первых, зимой. Во-первых, зима не была очень суровая, да, у нас в кавычках суровость, то есть не было сильных заморозков. И я, получается, оставил несколько основных веток, у меня были примерно метра по два высотой. И я на них прям поставил, накинул полог такой от, по-моему, не помню, или какой-то у меня, или ковролин, ну, большой. Что я ставил? Ковролин прямо на ветке набросил, а изнутри поставил одну галогеновую лампу и каждую ночь включал. Прямо внутри, там вот на полу поставил. И таким образом, получается, ну, сделал как бы шатер из ее же веток, с этой бругманзи. И таким образом сохранил растение. Ну, там листья некоторые пообмерзали, но суть не в листьях была. Суть в том, что основные ветки были сохранены и... вы видите результат. Да, это бругманзия или дурман древовидный. Дерево ядовитое, но при, в принципе, при аккуратном использовании, ну, есть его никто не будет, знаете. У него резкий запах у листьев неприятный, ну, на разломе. То есть, ну, в принципе, вероятность того, что кто-то его решит с него салат сделать, ну, как бы, минимальное. Вот такое дерево. Очень красиво. Они бывают разных цветов. У меня есть розовые. Во всяком случае, купленные они были как коралловые или красные. Двойные цветы должны быть. Но еще ни один розовые цвели уже очень красивые. А те красные, двойные, еще не цвели. Ожидаем.